Водителям под градусом на дороге не место. На прошлой неделе в канун выходных инспекторы ГИБДД вышли в рейд. Останавливали всех, выявляя нетрезвых. На этот раз патрулировали город. Попались ли водители под шофе или пятница не пьяница? Подробности расскажем в сюжете. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, инспектор Кружков, Клинский отдел ГАИ. Сегодня мы совместно с первым батальоном проводим операцию «Нетрезвый водитель». В эту пятницу инспекторы ГИБДД дежурили на Волоколамском мосту. Тотальная проверка водителей на трезвость на самой оживленной магистрали. Здесь много транзитников. Окольными путями мост сложно объехать. В этом месте больше всего шансов поймать нетрезвого водителя. Постоянное место наше – это Волоколамское шоссе, где мы проводим операцию. Сегодня мы, значит, двумя экипажами передвинемся в пятый микрорайон и на 10-й поселок на улице Горького. Почему места эти? Ну, большая концентрация водителей. Вот, движение как и транзитного транспорта идет, так и местные водители. За 2 часа рейда более сотни проверенных машин. Операция «Нетрезвый водитель» инспекторы ГИБДД проводят регулярно. За 9 месяцев составлено около 150 административных протоколов. Это на 6 больше, чем в прошлом году, констатируют инспекторы. В этом году больше провели профилактических рейдов. Не только в составе подразделения Клинского ГИБДД, но и совместно, как сегодня мы проводим, с первым батальоном. Вот. Естественно, нам удалось стабилизировать дорожную обстановку в части, касающейся это управления водителями в нетрезвом состоянии. Результаты этого рейда порадовали. То ли лихачи останавливают внушительные штрафы за езду под шофе, то ли еще не начали выходные отмечать. Но пятница – не пьяница. Проверки на дорогах закончились с минимальным количеством протоколов. Татьяна Барулина, Наталья Красавина. Новости дня.